Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы оказались на даче, где строим, пилим, стругаем, в общем, создаем светлое будущее для себя и своих детей. И рассмотрим мы пилу дисковую Interscope DL165-1200. 1200, как нетрудно догадаться, это количество оборотов, а 165 это диаметр диска, который максимально можно в нем использовать. Interscope техника очень хорошая, собирается в России, из известных комплектующих. Пользуюсь уже давным-давно и лобзиком, и шуруповертом, и дрелью данного производителя. Для тех нужд дом, чтобы постругать, построить, припилить или что-то еще сделать, вполне достаточно, очень качественная, хорошая техника. За свои деньги просто подарок. Стоит, к примеру, вот этот пила дисковая 2500 рублей. Вполне хорошая цена. Притом цена в Леруа Мерлен, в других магазинах она, конечно, подороже чуть-чуть стоит. Давайте посмотрим, что же там внутри есть. Внутри должен быть подарочек у нас в виде рулетки на 3 или на 5 метров. Так, инструкция на русском языке. Подробное написание, чего и как делать. Гарантийный талон уже заполненный. Рекламка, где космонавтам расскажет, какая же все-таки чудесная техника Interscope. Необходимые инструменты для выставления расстояния и фиксации. И собственно говоря, вот она. Сама подарочная рулетка. Ну, рулетка, в принципе, как бы неплохо выглядит. Ну, дареному коню, на самом деле, зубы не смотрят. И дальше сам станочек, который мы сейчас рассмотрим более подробно. К сожалению, приходится снимать все это одному, поэтому вот так вот все вытрясать. Коробочку мы уберем с нашего замечательного проверочного стола. Так, вот она, пила. 165 сантиметров диаметр. Диск уже идет в комплекте. Запасных дисков, к сожалению, в Леруа Мерлен не оказалось. Они сказали, типа, идите в другом месте покупайте, что на самом деле странно. По весу она примерно где-то на килограмма 2. Для работы вполне достаточно. Очень хорошая проводка, качественная. Сейчас мы все это дело подключим в электросеть. Что же у нас тут написано? Здесь у нас написаны ее характеристики. На самом деле техника российской сборки, и что радует, это очень качественная техника. Понятно, чьи комплектующие, понятно, что это по сути сборка, а не производство с нулевого цикла, но тем не менее денежки остаются в России, и это хорошо. Подключаем ее в розеточку. И давайте нажмем заветную кнопочку. Посмотрим, безопасно ли у нас. Безопасно. Ура! Доски, бревна и прочие деревянные штуки будут счастливы, когда встретиться с этой замечательной дисковой пилой. В общем, покупайте, ребят, не только через интернет. Покупайте в магазинах, ищите где дешевле, ищите что лучше. Получайте удовольствие, творите, создавайте и, ну, живите. Спасибо за внимание. Всего хорошего.